Здравствуйте, меня зовут Черная Арина, мне 22 года. В 2022 году я закончила Крымский театральный вуз, и сейчас я служу в Борисоглебском драматическом театре имени Николая Гавриловича Чернышевского. Обычно я играю в кино либо советских женщин, либо деревенских женщин, но если поставить меня в профиль, в принципе, понятно, почему иногда я играю проституток и на экране, и на сцене. Я не умею водить автомобиль, но зато я умею говорить на украинском, на английском, на польском, я пою, танцую, играю на гитаре, на фано, и еще я умею доить коров, и, наверное, это мой незакрытый гештальт. Я очень хочу сыграть какую-нибудь деревенскую девушку, чтобы вот сделать в кадре этот замечательный процесс. Вот. А мой дипломный спектакль был «Васса Железнова», где я играла, собственно говоря, Вассу. И мой второй незакрытый гештальт. Я очень хочу воплотить какой-нибудь образ такой сильной женщины с очень масштабной какой-то внутренней болью такого вот персонажа со шлейфом. Ну и я была бы очень рада сняться и в исторической картине. Да господи, я вообще где угодно на самом деле хотела бы сняться, потому что мне 22 года, и я хочу работать! Мой рост 1,72 м, размер одежды 46-48, глаза зеленые, волосы русые, номер телефона вот здесь вот текстом вам написала. Спасибо большое.